«Человек-тень». В главных ролях Джонатан Уарт, Джейсон Прессон, Майкл Рих, Хизер Хаас. Я придумал. Сценарий Рокне С. О'Беннон. Купи два билета на какое-нибудь крутое представление. Ну, там, на пьесу или на спектакль. Режиссер Джо Дан. Я отправлю ей билет по почте в простом конверте. Она пойдет туда. И кто будет сидеть в кресле рядом с ней, как не... Еще одна попытка. Ну, почему? Потому что это тупо. А что, если мы... Дэнни, послушай, забудь ты про Лиану и делай уроки. Я закончил домашнее задание полчаса назад. И потом, я не хочу забывать о Лиане. Ну, наверняка же есть что-то, что заставит ее обратить на меня внимание. Если ты закончил домашнее задание, это что ты делал последние полчаса? Учил дополнительные теоремы, чтобы оценку получить повыше. Дэнни, у тебя и так самый лучший показатель в классе. Слушай, если ты выучишь эти теоремы, ты так поднимешь планку, что у остальных оценки будут совсем поганые. Ну и что? Послушай, интересно, Лиана отреагирует на такую простую вещь, как цветы? Когда тебе 13 лет, по идее, ты уже должен избавиться от детских страхов, которые внезапно возникают ночью. Должен. Но Дэнни Хейс никак не может вырваться из их плена во мраке сумеречной зоны. Вот он идет. Эрик, я не хочу делать это. Послушай, Лиана, ты должна. Без тебя это будет не смешно. Ты нравишься ему. Лиана? Это было здорово, Дэнни. Знаешь, какое-то время были сомнения по твоему поводу, но теперь их больше нет. Твоя репутация в целости и сохранности. Ты по-прежнему самый большой трус Уиллоу Крик. Я не трус, я просто не трус. А как же назвать твое бегство? Ты бросил бедную Лиану, девушку, которую ты любишь. Пожалуйста, пойдем, а? Конечно. Трус, пока. До свидания. Дэнни, по-моему, мы уже миллион раз это обсуждали. Мы с твоим отцом могли еще понять такое поведение, когда ты был маленьким. Но тебе уже 13 лет, ты молодой человек. Ты не должен спать с включенным светом, телевизором и с работающим радио. Но, мама... Никаких «но». А теперь закрывай глаза и засыпай. И чтобы сегодня от тебя мы не слышали никаких звуков. Вот так. Спокойной ночи. Thank you.
человек-тень. И никогда не причиню вреда тому, под чьей кроватью я живу. Просто что-то не то съел на ужин, вот и все. У нас была запеканка с мясом. И это не кошмар. Понимаешь, он стоял прямо у моей кровати и разговаривал со мной. Ну, а мне снился тип, который гонялся за мной вокруг дома моей бабушки. Я вечером печенку ел. И пока не проснулся, мне все это казалось достаточно реальным. Но я-то не спал, я провел остаток ночи на диване в гостиной. А потом, как раз перед рассветом, я услышал, как он забирается под мою кровать. Ну, как будто он откуда-то вернулся. А утром он был под кроватью? Ты что, спятил? Я даже близко туда не подходил. Забудь, это был просто кошмар. Нет, не кошмар. Он все еще в больнице. А что случилось, Джинни? На Марку Венди напали вчера вечером в парке. Какой-то маньяк выпрыгнул на них из кустов. Марк пытался с ним бороться, но этот тип был такой здоровый. Он сломал Марку руку. А они знают, кто это был? Нет. Что, Дженни? Венди описала этого парня полиции. Она сказала, что он был очень высокий и жутко худой. И был одет во все черное. Странно. Она не видела его лица. Она сказала, что он был прямо как будто не настоящий. Как странно. И я никогда не причиню вреда тому, под чьей кроватью я живу. Дурацкая вспышка. Представляешь, Эдди Мэйр сказал, что видел его. Но я лично не поверил бы Эдди Мэйрсу, даже если бы он сказал, что на пляже есть песок. Я только хочу, чтобы они его поймали. Они думают, что это, наверное, сбежавший из клиники для душевнобольных. Один такой сбежал 6 месяцев назад в Петерсонвилле. Говорят, он жил в лесу, ел белок и птиц. Я уже не знаю никого, кто бы выходил из дома позже 7 часов. А папа рассказал мне, что мистер Кэппер закрыл кинотеатр, потому что никто не пришел. Питер, что же мне делать? Дэнни, этот тип не тот, кто прячется у тебя под кроватью. Нет, он уже 5 ночей выходит. Ну тогда скажи своим родным или еще кому-нибудь. Я пытался сказать моим родителям, но они так на меня посмотрели. Ну, Дэнни, ты же знаешь, какая у тебя репутация. Ты же склонен фантазировать. Сейчас я ничего не придумываю. Приходи ко мне сегодня вечером и убедись сам. Ага, даже не мечтая вытащить меня из дома, потом мои родители с ума сойдут. Питер, если ты мне не поверишь, то никто точно не поверит. Боюсь, что никто тебе не поможет, Шерлок. Питер! Привет, Эрик. Где ты была? Я зашла к миссис Мэджерс. А ты куда идешь? У меня тренировка по плаванию. Ты же знаешь, что я хожу на тренировки. Но если ты мне не поможешь с алгеброй, то я провалюсь. Позвони мне вечером, и мы сделаем алгебру. Алгебру по телефону не делают. Послушай, я не собираюсь идти к тебе вечером, пока в округе разгуливает этот сумасшедший. Ну, Эрик. Извини. Но тогда мне придется найти кого-нибудь другого для помощи. Удачи.
Ты ведь не тронешь меня? Обещаешь? Я никогда не причиню вреда тому, под чьей кроватью я живу. Дэнни? Что ты здесь делаешь? Я случайно услышал твой разговор с Эриком. Вот я и подумал, что нужно помочь тебе с алгеброй. Ты? Или с английским, помогу в чем угодно. Ты пришел сюда вечером? Ты меня пригласишь войти? Или мы можем пойти погулять, знаешь, вечер такой нет, хороший. Нет, входи. Он вот там, с Лианой. Лишь бы мы добрались до темноты. Дэнни? Дэнни? В общем, этот парень с заправки спросил, не могу ли я проводить его домой. Я знаю, что это как-то странно. Дэнни, я могу поговорить с тобой? Конечно, мы же друзья. Хотелось бы наедине. Ладно. Извините, я сейчас вернусь. Конечно. Он такой храбрый, тебе так повезло. Ну, что у тебя за важное дело? Маньяк вчера напал на Чипа Мерфи. Дэнни, он вышел всего на секунду. Знаешь, это было прямо рядом с моим домом. Ну а мне-то ты зачем это говоришь? Не знаю. Может, я начинаю верить в то, что ты мне рассказал? Если это правда, то ты должен сообщить об этом. Да ни о чем мне сообщать. Ну же, Питер, ты сам говорил это. Не поверят ни мне, никому другому. Привет, Дэнни. Привет. Я, наконец, добился того, к чему все время стремился. Все они ловят каждое мое слово. Или она. Теперь все будет отлично. Ни в чем не повинные люди, такие как Чип Мерфи. Слушай, парень, я за них не отвечаю. Прости, но там мои новые друзья, не могу заставлять их ждать. Ладно, ты, коротышка, ты меня достал. Мой отец велел мне не трогать тебя, пока не закончится сезон, чтобы меня не выкинули из команды по плаванию. И знаешь что? Мне наплевать на это. Я все равно тебя... Хорошо, Эрик, конечно. Я буду с тобой драться. Но не сейчас. Сегодня вечером в 9 часов в парке МакГивера. Но как раз там чаще всего и видели маньяка. Да. Не выйдет. Я хочу драться сейчас. Но если ты сделаешь это вечером в парке, то тогда ты не рискуешь вылететь из команды по плаванию. Ну что скажешь, Эрик? Ладно. Я буду там. И тебе тоже лучше там появиться. Я буду там в 9 часов. Скулящий щенок. Просто не верится. Он такой смелый. Я человек тень. Я никогда не причиню вреда тому, под чьей кроватью я живу. Рад это слышать. Эй, не гуляй слишком поздно. И когда вернешься, не забудь закрыть окно. Привет, Дэнни. Hello, Eric. Привет, Эрик.
Если честно, я не думал, что ты появишься. Ты шутишь? Упустить возможность пересчитать тебе зубы? Давай, закончим с этим. А что за спешка? Я думал, что такой неандерталец, как ты, будет смаковать возможность пересчитать мне зубы. Давай, слезай с качелей. Смотри, кто к нам пришел. Господи, Дэнни, беги. Дэнни, давай же. Он здорово несется. Но если ты поторопишься, я уверен, ты сможешь догнать его. Тебе нужно было погнаться за ним. Ты бы мог его поймать. Ладно, думаю, и без него тут для тебя достаточно ребят. Я не виню тебя за то, что ты решил не напрягаться. Что-нибудь не так? Это же я! Ты что, не узнаешь меня? Ты же сказал, что никогда не тронешь меня. Ты же обещал. Я человек-тень. И я никогда не причиню вреда тому, под чьей кроватью я живу. Ну вот, вот видишь. Но я человек-тень, живущий под кроватью другого.